ребро что-то болит. Ох. Ну вот, друзья. Вот. Мокрая палатка. Ну, изнутри. Узко. Мало места. Это палатка на двоих. На двоих. Вытянуться невозможно практически. Кошмар какой-то. Ну, хоть что-то. Хоть выдержало то, что там дождь, еще что-то. Все, надо сейчас выбираться, а вообще не хочется. Ужас какой-то. Посмотрите. Ветерок. Ой, что-то вставать реально неохота, знаете. Выход отменяется. Еще полчаса. Да. Вот это утро в горах. Свежо, хорошо. Солнышко только-только сейчас встает. Наш лагерь. Ребята уже убежали. Тут тоже османы были у нас. Вот, а вчера Сережа пришел. Османчиков половил. Посмотрите, какие. А тут я понимаю осман. Вот видите, достаточно крупные. Они все такие вот здесь крапчатые, но это не форель, как вы видите. Осман есть осман. Это уже просоленная, скажем так, рыба. Вот ее подсолили. И сейчас будем подвяливать, чтобы она не пропала. Вот здесь делаешь между рыбами легкую зарубку. Оп, и рыбка, видишь, уже не скользит к своей подруге. Еще здесь зарубочку делаем. Раз. Получается такая заусенец такой. Раз. Вот они. Все. Висят. Солится, вялится. Здесь спускали же они? Было здесь. Куда, где? А где-то? Ну, ночью.
Мне эти двухкрылые, двуххвостки эти да, уже да. достали. Спасибо. Ну, один раз укусила сюда, я себе пощечину залимонил. Сейчас ползает. Да ужас. О, у нас тут бараньи засилье. Дима, приятного аппетита. Прищепки можно делать. Лайфхак или патент. Как? А так видите, раз и все. Да, это. Афганская шапка. Можно так. А можно так. Да. Всем, короче, поехали. Так, так, так. Где-то вот тут мы заезжали, да? Угу. Вот наш переезд точно. Проходим. Стой. Чуть назад. Наехал? Не-не, не наехал. Право руля. Право руля. Ага, поехали. Давай. Отлично. Нормально. Выворачивай. Давай. А, нет, ты куда-то мне наехал. Нормально, все проходит. Контролируем. Ты что здесь лежишь, чудо? Лежи ты, главное, хоть бы дыхни. Сейчас, секунду, за каменюкой. Опа. Опс.
друзья, остановились мы, последняя остановка. Сейчас пройдем, посмотрим рыбу. У меня, значит, вот снасть, это нахлыст, но сделана на османа. Посмотрите, здесь грузило, червяк банальный. И мы сейчас с вами пройдем вон оттуда. И, наверное, скала живописная. И вон туда, вот до долины. Все, сейчас сходим сначала. Желательно искать, конечно, лунки потемнее, лунки, ямки, я не знаю, потому что там пена и осман прячется за них. Что-то внизу как-то такая мелковатая пошла, вот последняя еще все, вот это вот сейчас проверю. Все, идем вверх, пошли подальше наверх, найдем нормальную яму. Представили, как это прекрасно, когда у тебя нет в кармане сотового телефона, и ты спокойно, преспокойно идешь вдоль речки. Вот заболоченная легкая территория. И ищешь добычу. Плита. Вот видите, камень какой. На самом деле это очень редкий камень, но это камень, конгломерат, очень спаянный из разных других камушков. Прямо реально, я бы сказал, что использовать могли как жертвенник. Значит, вполне вероятно, где-нибудь могут находиться и наскальные рисунки. Прямо смотрите, надо же. Да, махина такая, смотрите. И вот мне так нравится вот этот момент заболоченный. Да, классно. Сурков много, такие толстые, как старосты. Да, ну. Да. Видно. Надо сверху смотреть, где могут быть рыбные места. Вон наша машина. Но вполне вероятно, что осман сюда уже не поднялся. Я вполне могу закончить сейчас свою рыбалку. Я все же решил подняться по этому родничку еще одному. Надо, хочется посмотреть, откуда он течет. О, какая прелесть. Посмотрите. Это ж какая красота. Да. Знаете, ничего нет лучше, чем вот так вот. Это что-то. Thank you.
хорошо. Посмотрите, друзья, помните, я всегда говорил, самобытная культура казахского народа. Знаете, что я нашел? Знаете, что это такое? Это аркан. Заметьте, сплетенный, скорее всего, из конского волоса, сплетенная веревка. Обалдеть. Вот сидит себе чабан и вот так вот смотрит за овечками и плетет. Вот она, конец ее. Померяем сколько. Раз. Дорогие, 2 метра. 2 метра. Я не оставлю это здесь. С приобретением тебя, Евгений. Одну ямку еще одну нашел, достаточно солидную. Если сейчас в ней никого не окажется, значит, османа здесь нет. Пойдемте, вон она ямочка, вон здоровая такая, посмотрим на нее, вон как пенится в ней все. Смотрите, это все вот этот качкарник. Вон, видите? Ну, так скажем, болотце здесь, надо же. Попробуем-ка мы. Опа, да. Видите, кочка такая. С кочки на кочку. Ну, вот она наша рыба. По идее, должна быть. По идее, должна быть. Все, отстегиваю снасть, готовлю ее по полной программе. Червя дозаряжаю до нового этого. Все, тихо. Так, нет, в этой части османа нет. Вот видите, потрясающе. Вон там, в низине, километра, ну, наверное, 2, был осман, а здесь нет. То есть он еще не дошел. Вот такой вот у него миграция такая. А мы сейчас уходим отсюда просто. Давайте. Раз, два, три. Ой, качкар на это. Все, идем до машины. Красивый. Камни живописные. Сурчины здесь хорошие. Опять качкарная болотина. О, смотрите, что нашел. Интересно. Вот, видите? Знаете, что это вот такое? Сейчас, секундочку. Возьму. Оп, там. Знаете, друзья, это гриб. Видите? Он интересно. Так, сейчас стану против. Вот интересно, он был шариком. Вот так вот. Удочка сейчас упадет. То есть это просто был шар. Потом взорвался. И вот это, представьте себе, продукт взрыва. Вот. Так что грибы тоже взрываются. Видите, ненормальные. Семена разлетелись. А это вот корешок был. Ладно. Вот столько интересного.
Я иду и просто наблюдаю за всем вот этим, за грибами, за родниками. Вон еще прям вот сурков. Вот этот камень, смотрите. Вот знаете, чем интересен? Видно, что побывал, это на гранит похоже, переплавка такая четкая. И посередине, видите, у него полоса, это зона кристаллизации. Ой-ой-ой. Вот эта крапива меня обожгла прямо в мой живот. Ну посмотрите, тут о, гусеница сидит. Ей эта крапива все равно. Спасибо, спасибо. Ну ладно, смотрим. Вот она, кристаллизация. Вот видите, прям очень аркан хорош, видите, прочная веревка, вот на конце кисточка, как хвост у лошади. Вот видите, разделанная тушка, можно обмахивать, пока она проветривается, какое-то время должна повисеть, чтобы ветер ее обветрил, чтобы температура спала. Где отсюда муха? И мясо не пропало. Это я первый раз лично сам все разделал. Что-то похвастался, да? Ну вот как-то так. Аркан, видите, полезная штука. Собираемся уже домой. И закрыли последнее приготовление. Короче, все, собираемся, едем. Почему? Потому что облака опять начинают набирать, вот, видите, свой такой формат, и может опять политься. А если польется, то это капец, потому что дорога глиняная. Все, бонзай, мы поехали. Посмотрим километраж. Вот такой эпизод, дорогие, пережили мы в тот день. А далее мы с вами увидим потрясающие, потрясающие виды дороги Акжол.